Привет, меня зовут Григорий, это игра Seven Days to Die на сложности Insane с бегущими зомби на одной жизни и с модом Starvation, друзья. Так, ну что ж, в прошлой серии мы пытались активировать нашу систему вербовки выживших, но что-то как-то она не заработала, видимо у нас энергии нет, не заработала также... Так, стоп. Не заработала также и вот эта система, да, не хватает у нас энергии. Единственное, что заработало, это паровой котел, вот этот вот. Паровой котел отработал удачно, и он, собственно, дал нам... Так, сейчас, секундочку. Он нам дал вышку, вот эту вот. Наоборот, дорого достаточно стоило. Так, сейчас, перед тем, как я пойду, наверное, куда-нибудь по делам, а именно я хотел бы сходить в город, наверное, в тот, который я обнаружил. Посмотреть, что там. Может быть, что-то найдем. Интересно, я хотел бы, наверное, взять и сделать себе вот новые инструменты. Это у меня сейчас делается кирка. Здесь делается у меня топор. Видите, как здорово два верстака иметь. Так, ну и тут у меня немножечко питья в дорогу. Тоже я делаю. Одну таблетку я возьму. Да, наверное, так вот. Ну что ж, давайте тогда подождем, когда вот это все сделается. А пока я закину, наверное... свои стальные вещи вот сюда, потому что тут я их сейчас переплавлю, наверное, в сталь. Да, вот видите, Forge Steel тут у меня появился. Ничего себе, 1500 айрона надо. Ой, вернее, не 1500, а 1000 айрона для того, чтобы 14. Ну, что поделаешь. Ладно, что делать. Придется так как-то тоже поступать. Так, замерзаю. Ай, давайте подождем тогда нового инструмента и продолжим. Так, друзья, пока я тут ждал новый инструмент, видите, тут у меня все горело, шипело, и у нас здесь кое-кто появился. Сейчас мы посмотрим, что у нас там за... О, вот слышите, да? Чудо дивное. Так, где-то там внизу шастает. Давайте-ка поохотимся на эту тварюгу. Так, что она там ломать уже начала? Ай-яй-яй-яй, как нехорошо, как нехорошо. Так, а пока поставлю кипяченую воду делаться. Пойдем, посмотрим, что у нас там происходит. На. Да ладно. Ой-ой-ой. Кстати, да, вероятнее всего, вот эта дурацкая беготня именно от того, что как раз у нас бегающие зомби, потому что вроде как на небегающих... На небегающих... О, собачка. Собачка. Собачка отвалит. Так, на небегающих зомби вроде такой фигни не встречается особо. Я так понял, да? Что-то какие-то странные малочисленные орды мне присылают. Так, собака меня, правда, укусила разочек, но это ничего страшного. Собака, ты чё? В следующий раз так на меня не нападай. Я же вот могу и ответить, в конце концов. Ладно, с нее снимем кое-чего. Ничего тут нету. Так, и все. А, вот еще крикунья. Да, тоже ничего нет. Да, как всегда. Итак, инструмент у меня готов. В принципе... О, заболел. Заболел, да, простудился. Собственно, как и я сам сейчас тут приболел. Так, все. Убираем. Нормально. Что он там долбал-то? А, колонну. Ах, какая нехорошая, нехорошая. Ладно, пойду тогда, наверное, уже. Сейчас только вылечимся и пойдем. Вот так вот неожиданно она на меня напала. Ладно, давайте сейчас после лечения и восстановления здоровья, да, мы продолжим. Я готов к тому, чтобы выйти уже куда-нибудь, где можно попробовать найти что-нибудь интересное. И, наверное... Наверное, сейчас мы так и сделаем. Так, ладно, все, пошел я. Хотя, в принципе, да, можно было бы и шлем взять, не брать с собой эту лампу, вот, как сказать, шапку с фонариком. Да, ну-ка попробуем посмотреть. Так, в принципе, не так уж темно, хотя, с другой стороны, ну, да, я думаю, для вашего комфорта я все-таки, наверное, одену эту шапочку. Да, ладно, тогда будем в ней. Будем в ней тогда пока рассекать. Не знаю, сколько я там пробуду просто. За пределами
своей родной вот этой территории. Ну, в общем, в любом случае, пойдем поглядим, что нас там ждет впереди. Опять здоровье у меня упало до 42, 142. Никак оно выше не поднимается из-за этих отравлений дурацких. Ну, что поделать, я не знаю. Так, пока мы далеко не ушли, хочу посмотреть, куда нам лучше пойти. Так, ну да, вот город у нас здесь где-то. Да, ну пойдем тогда вот прям по дороге тогда будем, может быть, собирать что-нибудь полезное. Не успел отойти от дома, как тут сразу же наткнулся на паучилу. Сейчас мы его проучим. Слушай, друг, что ты какой-то крутой. Что ты на удар не умер? Ну. Все нормально. Не буду из нее ничего собирать. Ну нафиг эти все... Все это мелочь. Будем только ценное брать. Так, зомби впереди. Так, еще кто-то тут. Так, во. Выживший. Чуть такой-то. Старые тряпки. Еще зомби. Да, что-то их тут развелось. Ладно. Дубина еще тянет. Вполне. Тех зомбей. Так, надеюсь, что особо тут серьезных никого не встречу. Так, вот, бегают. Да, светает, друзья. Может быть, все-таки мне бросить эту шапку-то? Да, я, наверное, схожу все-таки. Так, ну вот, смотрите, видите? Да, светает, скоро будет уже рассвет, поэтому, наверное, стоит мне поменять шапочку. Ладно, давайте тогда встретимся здесь, после того, как я ее заменю. Итак, друзья, я вернулся опять на то же самое место. И, к сожалению, пока я ходил, я выключил запись, и, о чудо, я получил 60 уровень. Правда, там одна зомбятина только выскочила, в общем, я ее убил, ничего интересного. Получил 60 уровень, у меня 6 очков, опа. Опа-опа, пауки-то вообще обнаглели уже совсем. Да, 60 уровень я получил, 6 очков у меня, не знаю, что... У меня открылся путь к новым улучшениям, да, вот оружие там всего. То 60 уровень блокирует все у нас, поэтому, в принципе, давайте будем дальше копить эти очки для того, чтобы открыть что-то хорошее. Так, а мы идем дальше. Рассвет. Оставил я этот шлем. Кстати, забыл сказать еще, вот смотрите, у меня был кнут 16, я его отремонтировал деревом обычным, и он стал 3, что очень хорошо, как вы мне объяснили в комментариях, для, скажем так, приручения животных, потому что кнут более низкого уровня, он наносит меньше урона. То есть у нас больше шансов получается для того, чтобы приручить кого-то. Посмотрим, что здесь. Так, выносливости вроде у меня прилично. Так, утро раннее, да. Утро раннее. Хорошо, что хотя бы один слот я освободил. Да. А вообще, может быть, было бы лучше всего, чтобы... О, таблетка. Таблетка, это здорово. Так, тут ничего. Вообще, наверное, научиться надо так играть, чтобы все необходимое у нас исключительно было на поясе. Конечно, сложно, наверное, организовать. Ну, посмотрим. Так, опять же, да, клад на той стороне этого озера, на острове. Так, 32 у нас жары, пора одевать охлаждающую одежду. Так, вот тут мы были уже, я помню, как мы тут воевали с байкером, который взорвал вот машину здесь, и, честно говоря... При этом не сильно-то и сам пострадал вроде. Так, знаете, что я хочу сделать? Давайте-ка я вот это соберу. Почему? Потому что все-таки мне для бетона необходимо. А я это просто свалю куда-нибудь. Там по дороге. Так. Потом на обратном пути заберем. Да, камней мне просто надо много. В принципе, можно шахту, конечно, копать, но... На все надо время. А, чест.
Чест, чест, чест. Нет, чест я пока не сделаю себе еще. Ну, ладно. С этим потом мы решим. Так, спускаемся мы в долину. Долину реки или что это? Долина озера. Красиво достаточно здесь, надо сказать. Еще камней не помешает. В принципе, вдоль дороги можно собирать камни с песком, но... У меня лопаты сейчас нету. Ничего не дают мне в этом мусоре. Так, ладно, давайте подойдем поближе. Посмотрим, что там. Так, спустился я вниз. Вроде тут тачечка есть не такая неплохая. Возможно, из нее я смогу даже что-нибудь и выудить. Ключик, конечно, у меня не молот уже, но все равно, да. Пружинки хотя бы. Пружинки, да, у меня пружинки уже совсем в малом количестве остались. Вот так, друзья, орда. Орда. Орда мимо пробегает орда. Опа, меня заметили. Один меня заметил. Так, ладно. Ты, друг, вот так вот, да, решил? За цветочек ответишь. Так, орда из каких-то придурков одинаковых. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, что, кто-то еще вернется, что ли? Ладно, сейчас мы с вами разберемся. Так, есть, один бежит. Отлетел. Еще кто? Так, некоторое количество друзей подошло. Ух ты, дрянь-то какая. Так, нет, друг, ты это, давай осторожней. Ты лучше ко мне не подходи. Так, что с выносливостью есть пока? Так, выносливости есть, отлично. Все главное здесь. Ну как ты так вот, а, меня ударил? Ты же не должен был меня ударить. Ты же вроде... У тебя не та анимация была. Ненавижу вот такие читы. Так, кое-какой лутец, наверное, мы сейчас отсюда выудим. Угу. Кофточки всякие. Вообще ерунда, конечно. Вываливается. Пока. Надо будет сложить куда-нибудь. Ну так себе, ничего особенного, конечно. Ну да. Не сказать прям, что-то здесь ценное у нас есть. Так, я вот думаю, здесь тогда сейчас создадим склад небольшой. Потому что рядом здесь какое-то кладбище еще. Его тоже надо будет как-нибудь посмотреть. А что, чест-то можно сделать? Нет, чест... Не дает. То есть мало дерева. А, кладбище прям у воды. Интересно, наверное, там все покойнички взмокли. Да, поставим здесь сейчас чест. Сторож чест. Угу. Нету ничего, да? Интересного у нас. Ну, в принципе... Так, а что я там по поводу съесть? Да. Чуть как-то быстро у меня еда вышла. Наверное, из-за холода, друзья. Поэтому я взял вот это вот вяленое мясо. А, ну хоть здоровье у меня улучшилось из-за этого. Так. Так, поехали. Все, свалим. Кстати, пасту тоже можно съесть. Все это мне пока здесь не нужно будет. Хотя дерево могло пригодиться, но ладно. Пока без дерева. Ну что, пойдем дальше. К городу. Вот он уже замаячил тут. Кладбище потом мы посмотрим, я думаю. Кстати, еще салатик. Так. Все еще мусор. Собираю. О, зомбарь.
Да, хорошо, они отлетать стали от меня. Деревяшка. Во. Кстати, надо сказать, что, в принципе, можно и здесь где-то вот обосноваться, потому что... Чем я это собираю, не пойму. Пошел дерево рубить. Здесь можно было бы обосноваться, например, вот в этом месте. Очень хорошо, потому что рядом с городом, да? Тоже вот на этих вот... на таких... перешейках. Все-таки... очень надежно строить базы. Ну, здесь вода, то есть спауниться могут они только на, допустим, на дорогах, да, естественно, на воде они не могут спауниться. Ну и, соответственно, делаем выводы, что нам надо две страны только оборонять. Ладно, зайдем в город. Так, что-то у нас поддергивается, значит, где-то здесь паучье гнездо. Где-то есть паучье гнездо. Верный способ избавиться от лагов — это убить паучье гнездо. Так, денежки подошли. Да, где-то должно быть оно явно. Ну ладно, найдем высокую точку, с нее будем смотреть. Так, здесь я должен себе накачать очков для развития всяких навыков интересных. Поэтому будем сейчас зомбиями подружаться. Так, кто-то валяется, кстати, здесь. Так. И это, по-моему, кабан. Отлично, мясо. Мясо. Прикольно. Так, еще один какой-то драный пакет. В принципе, вот здесь можно поставить тогда... Я вот что думаю. Тогда здесь мы поставим костер и сразу мясо приготовим, потому что это мясо наверняка мне пригодится. Так, campfire... Так, чест. Опять чест, да? Для честа у меня опять нету ресурсов. А, вот оно. Вот и ресурсы. Так, сюда. Ну, просто вот так вот, чтобы здесь всегда иметь какую-то минимум базы, да? Минимальную базу. Так, ну вот, пускай тут стоит. Ага, нет, у меня опять древесины. Сейчас нарубим. Ну, кто там опять? Слушайте, ну, прикол. Неплохо. Принес мне механических частей. Так, все сюда. Да, найду я здесь тогда, наверное, какую-нибудь... Так, подождите, древесину-то я зря. Да. Найду котелок наверняка здесь и будет... И будет мне полный кайф, я думаю, потому что... С котелком мы сможем тогда вообще тут творить чудеса. Так, давайте-ка вот так сделаем. Мясо на гриле. В принципе, в костре-то оно не портится, кстати, да. Мы же можем вот это использовать. Этот момент. Конечно, не очень честный, но что делать. Пока греется у нас еда, посмотрю, что тут. Не очень-то тут много чего есть пока, на первый взгляд. Вода есть. Да, что-то тут подтормаживает. То ли город подтормаживает, то ли еще что-то. В принципе, можно, да, сюда переехать, но... Я думаю, что... Не очень удобно перевозить все без байка. Вот поэтому задача у нас стоит такая. Байк собрать здесь. Так, а где у нас... Ну и машин тоже побольше мне надо. Ресурсов. Мне нужно найти обязательно здесь... как он называет это?
схему байка. А еще проблема в том, что я вспомнил, забыл положить достаточно бензина в этот, в двигателе энергогенератора. Поэтому тоже могут быть проблемы с этим. Ладно, глянем, что в зданиях. Ах ты, ёлки! Дружище, ты осторожней так. Да как ты бегаешь? Смотрите, видите, бегает как? Ух ты! Чё, феральный, что ли? Не пойму. Ну как так-то ты меня побил-то? Прям чудовищно как-то. Странно. А, ладно. Да. Так, опять этот несчастный... Где-то гнездо, друзья. Я не могу так. Надо найти гнездо. Где бы то оно ни было. А, вот оно. Я его вижу. Вот оно, гнездо. Все. Нам нужно только разобраться с гнездом. Оно прямо около огорода. Так, сейчас. С гнездом разобраться очень легко. Обалдеть, еще свинья. Обалдеть, еще свинья, друзья. Так, бегут. Так, кто там бежит? Зомби? Это свинью-то. Отработать. Обязательно. Так, все. О, патрончики. Так, вот это прикол. Бежал, нашел свинью. Так, пойду уничтожать гнездо. Для этого зайдем с другой стороны немножко. Да, вот тут, кстати, сено, которое тоже я хотел забрать. Его, к счастью, тут полно. Сейчас, так, еще зо... Да блин, они все посевы там топчут, эти уроды. Что ж такое-то? Пришел я сюда, и толку никакого, потому что у меня жизни нет. Так, мед, ладно, вот это вообще прикольно. Мед принесли хотя бы. Мне очень жалко посевы. О, пошел один наверх куда-то лазить. Все. Так, один готов. Сейчас, подожди. О, еще тут посевы. Ну что такое-то? Да я стреляю. Даже не думайте. Упс. Да как так-то? Ёлки-палки! Что происходит, друзья? Вы видели? Вы видели? Да как... Блин, ненавижу я эту стрельбу. Вот так проще гораздо. Ладно, приму таблетку, друзья. Это уж просто вообще за предел какой-то. Бежит. Это поразительно. Из-за тебя все. Ой. Так, ладно. Что у нас тут... Пострадал. Сильно пострадал, конечно, но... Наверное, может быть, мне и по делам. Потому что... Куда полез-то, да? По большому счету. Попить надо. Так, ладно. Да, не ожидал, конечно, такого расклада, что... Вот так вот мне достанется от них... Но зато
Я нашел тут посевы кое-какие, да, интересные. И сейчас мы... Главное, убрал это гнездо, которое тормозило игру. Так что, не знаю, разработчикам надо подумать. Я вот как-то быстро прям вычислил, что это из-за гнезда все эти тормоза адские. Игра, конечно, не стала прям летать сразу. Но, в любом случае, самых критических тормозов это позволяет избежать. Так, и что у нас тут? И что-то у нас тут ничего не растет, друзья. Так, атлетика 44. Атлетика 44, я вот думаю... Так, 12 очков у меня вдруг куда-то нарисовалось. Хочу посмотреть, что это такое. Картофель? О, друзья, это картофель. Так, наверное, его можно прям собрать руками, да? Да, это мне пригодится для моего огорода, конечно. Картошечка-то. Прям из асфальта у них растет. Мощная картошка. 6 градусов холода. Плохо дело. А там у нас что, ягоды, наверное, были? Потому что явно что-то там тоже подобное растет на огороде. Слушай, там еще огород целой кукурузы. Надо это все убирать. Почему? Потому что придут крысы и все сожрут. Но лежит тут, понимаешь. Не, конечно, сюда если переезжать, то в принципе хорошее место, да. Тут и город, и все, но сами понимаете, это все, что осталось от ягодок. Опять. Так, вот тут есть, кстати, проход. Так, что еще тут есть у нас? Во, огромные посевы. Странно, смотрите, ничего не берется. Должно браться. Ладно, придется мне тогда собрать кукурузу, а мы тогда с вами, наверное, после этого уже встретимся. Итак, друзья, я тут немножечко зачистил это кукурузное поле, теперь я спокоен насчет него. И я думаю, что надо нам пройтись еще посмотреть, что же здесь за местность такая. Я подозреваю, что здесь еще одно гнездо есть паучье. Так, пару зомбей шляются. Так, вы все отправляетесь туда, откуда вылезли, в общем-то. Так, точно, где-то паучье гнездо очередное есть. Мне это не нравится совсем. Посмотрим, что здесь. Так, друзья, я вижу какой-то броневик. Поглядим, что там в этом броневике-то. О, да тут смотрю. Еще зомби. Так, еще картофель. Да, что-то их тут многовато. Зомби, давай, по одному давай. А? Нормально. Опа. Слушайте, да, ну из-за тормозов опять, конечно... Нету такой легкости в движениях. Поэтому ничего удивительного. Кстати, почти 200 набрал я там семян для кукурузы. Неплохо. Так, что тут кто есть? Так, один еще побежал. Да как вот так вот? О, вокруг камня не надо бегать. Вокруг камня не надо. Он нас спровоцирует на неприятности. Точно. Так, отлично. Все, ничего нет. Пойдем посмотрим, что это за бронетранспортер. Танк СМ. Танк СМ. О. Сразу поляну зачистим. Чтоб особо тут не шастали. И где-то еще гнездо поганое. Поганое гнездо где-то здесь находится. Так, посмотрим, что у нас там в танке в этом. Ага, ну понятно, тренога для М2 пулемета. И перья, вот это меня больше всего радует, перья. Я думаю, что надо, ну, нам сначала отнести все
домой. Я имею в виду, ну, домой, к костру тому. А потом уже здесь, наверное... Упс. А потом здесь уже, наверное, посмотреть. Так, сколько у нас? 19 плюс 15. О, нормальные очки. Хорошие нашел очки. О, еще какой-то подарочек. Так, шапочка. Ну, в принципе, для тепла ее плюс 6. Нормальная такая, ладно. Так, это, наверное, я выкину. Да, пора отнести все. Слушайте, здесь картошки просто навалом. Салон Зои. Угу, все здорово, но где гнездо? Где это чертово гнездо? Так, несколько зомби. Ну ладно, это мой... По хребту. Так, не удается. Так, все, вот с этим главное разобрались. Он... Кстати, интересно, а почему дэмэдж-то усиленный мне дали? За что? Что я такого сделал? Я же его не из-под тяжка убил. Он же меня видел, или он меня потерял. Кстати, стальной нож там попался мне. Ладно, здесь уже, видимо, опять поле с картошкой. Блин, да где же это гнездище? А, вот наверх бы залезть, осмотреться. Да. Просто из-за него очень неприятно все дергается. И оно мне, по идее, мешает исследовать территорию. Слушайте, ну здесь вполне можно, да, обосноваться. То есть технологии у меня есть. Если я сюда перетащу приличное количество... Может быть, оставшихся ресурсов здесь можно поставиться. Еще девочки. Да, тут полно всего. Действительно. Хорошее местечко в этом городе. Слушай, ну вот это здание. Что это за здание такое? А, это у нас этот. Это у нас... Смотрите, какая подставочка, а? Это у нас мотель, да, я так понимаю? Да, это мотель. Свинья. О, друзья, видите, как тормозит просто ужасно. Ну ладно, я думаю, что не буду спешить, в том плане, что не буду спешить сюда прям переезжать моментально. Сначала осмотрю весь город, возможно, пособираю здесь какие-то припасы сначала, вот, а потом уже мы начнем думать о том, что делать дальше. Так, сначала я все сюда скину. Так, вот ягоды, скорее всего, могут пропасть, мне кажется. Кукуруза может пропасть, хотя черт его знает. Положим тогда это сюда. Так, и надо свинью. Свинью добыть, потому что кнут у меня есть. И как раз для этого я его и брал. Так, свинья была вот здесь где-то. А потом мы, наверное, пройдем дальше по городу, посмотрим. Действительно, большой массив зданий. Я думаю, да, думаю, здесь полно рецептов всяких. Так, вижу свинью. Ну и заодно я прокачаю здесь, наверное, неплохо. Давай ты... Приручайся, свинья. Не, не хочет никак. Что-то у меня не то с этим. Что-то не то. Не так что-то я делаю.
Так, пойду погляжу дальше. Вот в этой стране что? Полно машин. Это здорово. Скорее всего, здесь мне действительно хватит на всякое. Так, вот все зомбари пропали. Тоже интересный момент. Что-то я ее не рубанул, а собрал. Так, ну вот, есть у нас тут. Прям по башке. Опять каких-то кондомов мне подсунули. Так, и вот где-то овца ходит. Давайте на овце попробуем. Сначала зомбаря, конечно, завалим. Потому что этот паразит... Мне тут только все помешает. Так, овечка, стой. Я просто хочу тебя забрать домой. Есть, овца есть. Все, уже здорово. Да, город действительно получается огромный. Огромный, действительно большой город. Здесь было бы действительно, наверное, логично обосноваться. Вполне себе. Да, я что-то вот, видите, опять... теряюсь из-за отсутствия плавности игры. Потому что я думаю, что все, я его, допустим, добил. А он нет. А он недобитый, оказывается. Так, мне нужен новый уровень. Ты чего ходишь вдоль забора, друг? Ты... Видите, они... К ним надо аккуратно подходить. Они... Умеют. Он меня ударил, а я его нет. Слушайте, ну вообще прикол. Я... Ой, ёлки-палки. Слушайте, ну вот... Такой, ну, элементарный просто враг. Элементарный. Я его не могу убить, потому что все черт тормозит. Так, это что такое? А, это петля дверная. Интересно, для чего она мне нужна? Блин, где же это гнездо? Так, выносливость падает. Нет, может быть, сам город, конечно, тормозит еще к тому же. Помимо того, что гнезда тормозят. Но кто знает. О, бык. Так, овцу я прикарманил. Как с быком быть? Неужели бык не агрессивен? Просто я его сейчас буду бить, а он меня нафиг забодает. Так, ну это какая-то дрянь, по-моему, компакт. Компакт, так, это я съем. Так, ну что, попробуем быка за рога. Нет, он... По заднице. Ну давай, приручайся, мне нужны животные.
У него же ХП там должно быть много. А шансов на приручение? Ну нет. Что за фигня? Да, друзья, вот такие делишки. Так, Blade Weapon. Да, и все это мясо дали. Минимум вообще. А гнезда я так и не нашел. Самое что удивительное. Не видно. Слушайте, ну ресурсов очень много, конечно. Я вижу, что здесь и камней этих полно, и... сталь тут можно делать вполне себе. Фруктовых деревьев много. Как вариант, можно залезть на завод будет. Завод, на котором... который прям рядом там у входа. Тоже хорошее место, в принципе. Кто тут? А кто тут ломает-то все? Непонятно кто, короче. Зомби, пара зомби ходит. Так, ладно, все, я понял. Нам нужно, наверное, здесь обосноваться, потому что источник ресурсов приличный. Вот это был, друзья, промах, конечно. Ну, блин, ну что ж такое-то, а? Да, обидно. Так, можно и помереть. В принципе, мне не так уж много и осталось. Поесть. Да, вот смотрите-ка, этого моего друга ищет. А, вон оно. Паразитическое гнездо. Ладно, я его сейчас тогда это... выпью немножечко таблеток. Да, кстати, вот отвлечение ведь улучшается наши параметры медицины. Чем больше мы лечимся, тем больше эффект дает нам лекарства. Да, нужны какие-то разрывающиеся... Так, а это что там внизу-то такое? Столько деревьев, смотрите. Так, еще выше, по-моему, еще одно гнездо, что ли, получается. Да, здесь полно фруктовых деревьев во враге. А наверху, по-моему, еще. Еще одно гнездо. Так, ладно, сейчас с этой разберусь. Вот и как раз мне очков дали. Вот там новый биом. Так вот оно в чем дело. Что-то я смотрю, там какой-то зомбарь стоит. Нездоровый. Да, это какой-то модовый зомбарь стоит. Так, ладно, я хотел не это проверить пока. Он вроде меня не заметил. А, нет, тут просто этот. Лагерь. Кстати, подождите-ка. А котелка тут нет? Черт, побери, котелка нет. Кожа. Кожа. Сейчас мы это вот так сделаем. Ботиночки. Так, ладно, жалко, что, конечно, котелка нету, потому что котелок бы мне пригодился. Ладно. Ну что ж, я думаю, что интересное место мы посетили. Открыли здесь пару моментов каких-то ключевых. Я думаю, что надо будет, конечно, сюда все-таки переехать. Да, и возможно, базу делать где-то, может быть, даже не в городе. Потому что в городе... С другой стороны, завод хорошее тоже место для этого всего. Ладно, давайте разберемся только напоследок, наверное, с этим гнездом. Потому что... По-любому надо это как-то решить.
Ух ты, дрянь. Да ладно, еще один удар. О, все. Отлично. Отлично, все. Уж зомби какой-то там стоит впереди, я смотрю. Так, есть. А, ну это рабочий обычный. Кто там больше не бежит? Не. Вообще его каска, конечно, должна не хил защищать от этого... от таких хедшотов. Но что-то, по-моему, это не про него, резинки. Так, ладно. Значит, тогда сейчас я, наверное, пойду к тому месту, где мы остановились. И там будем, наверное, уже как-то думать. Или вот в следующей серии, наверное, я попробую завод посмотреть, потому что на заводе, скорее всего, я их и остановлюсь. А вот еще, подождите-ка, тут еще одна овца, друзья, появилась. Секунду. Так, ладно, вот это я выкину. Так, резинку тоже выкину. Давайте попробуем вот эту овцу еще поймать. Не очень-то она приручается. Есть! Слушайте, еще одна овца. В общем, короче говоря... у нас вообще просто супер. Да, завод, конечно, такой мощный. Ну, я думаю, это лучше, чем ничего. Вот, а я, наверное, уже... Кобвеб. Я думаю, что на этом я с вами сейчас попрощаюсь, потому что серия подошла к концу. И жду вас в следующей. До новых встреч, друзья. С вами был Григорий, игра Seven Days to Die с модом Starvation. Пока.